Продолжающаяся волна тепла в Южной Европе сказывается на туризме в Испании. Отдыхающие стремятся избежать высоких температур и начали выбирать северные европейские направления. В Испании жертвами экстремальной жары этим летом стали уже 3 человека. Well, I live on the beach in California, so it is hot there, but it's much hotter here. Yes, yeah. Туристы в Мадриде адаптируются к погоде. Много воды, отдых в тени и посещение музеев днем, чтобы наслаждаться искусством и прохладой от кондиционеров. Sí, meterse algo que tenga un poquito de aire por lo menos por 10 minutos es genial. Все более часто интенсивные и продолжительные периоды экстремальной жары ставят под угрозу один из основных ресурсов Испании – туризм. Los turistas eligen tradicionalmente los destinos mediterráneos por el sol y las buenas temperaturas, pero según el último índice de percepción climática, los visitantes de Francia, España y Grecia han mostrado su insatisfacción por un calor que supera todas sus expectativas. По данным Европейской комиссии по туризму, количество людей, запланировавших поездки в Средиземноморский регион с июня по ноябрь, уже сократилось на 10% по сравнению с прошлым годом. No ya dónde va a llover, sino pues esas temperaturas extremas dónde van a llegar para poder adaptarse. Появляются новые неожиданные летние направления, такие как Великобритания, Дания или Чехия, а в Испании северные регионы, которые пока еще защищены от экстремальной жары. Pues estamos viendo cómo la gente llega y te dice en muchos casos, bueno, que además de disfrutar del destino, llega a dormir, porque quieren encontrar un sitio con ese fresco de las noches del norte, ¿no? Но Испания уже адаптирует свой туристический рынок к новому сценарию. Это cambio en las alternativas que ofrece el establecimiento en cuanto a la organización de actividades en horarios en los que los clientes pues no están sometidos a las temperaturas extremas, ¿no? Представители туристического сектора Испании уверены, что только качество и устойчивое развитие направлений спасет туристов, которые сейчас наслаждаются, возможно, самым прохладным летом в своей жизни.